Сейчас мы на стенде компании Triple Play. Как производитель программного обеспечения, Triple Play не может похвастаться большим количеством девайсов и устройств, разбросанных по стенду, но, тем не менее, здесь есть кое-что интересное. Во-первых, сейчас Triple Play делает релиз своего новой версии программного обеспечения, которая называется Капитан Кейвмен. Этот релиз, как и все предыдущие, назван в честь мультяшного героя. Очевидно, руководство компании Triple Play не откажешь в юморе. Предыдущий релиз назывался Барт, позапрошлый Астерикс и так далее, и так далее. В новом релизе Капитан Кейвмен, помимо обновленного интерфейса и улучшенного управления, добавляется также много интересных функций, в частности, по поддержке новых устройств. Так, несколько недель назад была анонсирована поддержка плееров BrightSign. Также в релизе Капитан Кейвмен обеспечивается поддержка новых панелей Samsung Tizen и LG WebOS 3.0.